Сергей Борисович, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области произошли несколько аварий, заметных, да, а именно 30 января на складе Wildberries в Шушарах Пушкинского района произошел пожар. Пламя распространилось и достигло 70 тысяч квадратных метров, обрушилось здание и были уничтожены товары, которые хранились на этом складе. Максимальный уровень сложности был присвоен пожару, но спасатели МЧС ликвидировали открытое горение уже на следующий день. Слава богу, никто не погиб, но пострадали два человека в Ну, этом. есть еще пропавшие без вести, но они, похоже, живы. Я здесь в сложном положении, Да. потому что нельзя же обвинять людей, не будучи судом, в совершении преступления. Поэтому я выражусь таким образом. По Петербургу циркулируют слухи, с которыми я, конечно же, не согласен, что причиной данного пожара был тривиальный поджог. Смотри фильм «Операция» и другие приключения Шурика. Горело все, поэтому сказать, сколько там на самом деле было товаров, будет крайне сложно. Сама компания сейчас занимается активно тем, что просит свои дочерние структуры отказаться от претензий. В скобочках, они могут отказаться, могут нет, но все равно ничего не дадут. И, скорее всего, все это будет погашено или за счет страховых фондов, если они есть, или за счет клиентов, если страховых фондов нет. А вот кто кому, что называется, кто виноват, сама ли компания или на самом деле недобросовестные менеджеры, которые ожидали проверки и знали, что их схватят за руку, это вопрос. Но понимаете, я вам скажу следующее. Когда происходит пожар, в относительно современном хранилище, где есть все-таки сплинкерные системы и все прочее, и когда пожар мгновенно охватывает а фактически это было мгновенно, я смотрел съемки, всю территорию, причем двигается сверху вниз, как вы знаете, огонь идет вниз, вверх стандартно. Здесь загорание было наверху, а пожар и огонь пошел вниз. Это крайне необычно и свидетельствует о том, что внизу скапливалось горючее, ну, сформулируем так, горючий газ, хотя, скорее всего, это не совсем газ был. В принципе, если вы посмотрите по учебникам истории, у американцев так сгорел лайнер Мора Кассел в 20-е годы. Там был точно поджог, правда, не по экономическим соображениям, а чисто маньяк сработал. И то же самое пожарное, а на корабле оказалось несколько пожарных, которых отправили в круиз, ну, в знаках заслуг от имени Нью-Йоркского общества. И все пожарные в один голос сказали: больше всего напоминало не пожар на корабле, а пожар на химзаводе. Огонь идет не вверх, а вниз, дым необычный. Здесь то же самое, огонь шел вниз, дым необычный. Поэтому, но поскольку сгорело все, как я понял, стопроцентное сгорание, скорее всего, определить причину не удастся. И поэтому, если кто-то это сделал нарочно, то это не удастся доказать, а значит, любое наше обвинение основано на слухах. Но, честно говоря, у меня в категории 90% идет на поджог в моем внутреннем реестре и лишь 10% на фантастического уровня халатности. Интриги в эту ситуацию также добавляет то, что Минпромторг считают очень странным факт работы этого склада, поскольку он не прошел все необходимые процедуры приемки. И также в Госстройнадзоре Санкт-Петербурга известием сообщили, что ведомство не выдавало компании разрешения на введение склада в эксплуатацию. То есть здесь вот это просто реакция органов власти. Таких складов, которые не прошли все сертификации в России, очень много. И здесь это не то, что нет, все правда, он действительно не прошел. Действительно, там была масса вещей не согласована. Но он давно работал, об этом все, в общем, знали. Поэтому я скажу так. В данном случае это скорее власти говорят, а мы тут при чем, мы этому объекту... Ну, то есть дальше же встает вопрос, почему не было автоматической системы сигнализации, не сработало, почему не произошло автоматическое тушение очага, каким образом был склад построен так, что его невозможно потушить, а огонь распространяется везде, есть же представление о пожарной безопасности. Но в данном случае
Чиновники довольно справедливо сказали, что вопросы не к ним. Они разрешения не давали, значит, эти вопросы не к ним. Ну, а будут ли их задавать руководство Валберис? Наверное, будут. А что? А что делать? Надо же выяснять. Вот это невероятное счастье для меня в очередной раз подчеркивает версию о поджоге. Потому что случись это по халатности, ну вот точно были бы погибшие. Там кто-то бросился бы тушить и так далее. А если все, кто находились, были в курсе, то они прекрасно понимали, в какой момент нужно очень организованно покинуть здание. Что они и сделали. Сергей Георгиевич, как вы думаете, возможно ли доверять хранение товаров вот таким гигантским складским комплексам, которые там от 20 до 70 тысяч квадратных метров? Возможно ли на них обеспечить действительно вот такую Ну, безопасность? смотрите, сколько у нас таких комплексов по России? Я думаю, десятки. Я думаю, сотни. Считайте каждое пересечение любой местной кольцевой дороги с радиусом, у вас такой склад. То есть это означает примерно по 10 на крупный город, а крупных городов у нас, ну, штук 40 наберется. То есть их в стране 400-500, может больше. А, насколько я знаю, строят их одновременно со строительством кольцевых дорог начали. То есть 25-30 лет они функционируют. Много вы слышали о таких пожарах? Наверное, Я только вообще, магазин если... Аби. Магазин Аби вот 2 года назад сгорел в Москве, в Но Химках. это магазин даже Да. скорее. А вот Ну, именно магазин пожары скорее, в этих больших складах ангарного типа, они, в общем, по-моему, бывают крайне редко. В общем-то, их действительно, этих пожаров мало. Из этого можно сделать вывод, опять же, извиняюсь, я еще раз повторяю, не пытаюсь кого-то обвинить, я лишь говорю с позиции внешнего наблюдателя. Так вот, я скажу, что если не поджигать, то это, в общем, горит. То И это, не... в общем, нормально работает. Ну, а если поджигать, так все что угодно сгорит. Как бы вы ни хотели. Поэтому я думаю так, здесь вопрос безопасности от злого умысла. И с моей точки зрения, конкретно сделано было что-то, что заставило огонь распространяться с такой скоростью. Потому что, например, случаи, когда были короткие загорания, там от разных причин, от молнии, сигареты и даже, может быть, попадания дрона. Все это сводилось к тому, что сгорал кусочек, все это быстренько поливали водой, тушили, и дальше все работало. Вот такого типа пожар, превходящий в пожарную катастрофу, пожар пятой категории, сколько я помню, он был оценен в конечном итоге. Просто больше не помню таких случаев. Поэтому я отвечу так. Вряд ли это более опасно, чем любой другой способ хранения. Ну, посочувствуем владельцам товаров, сгоревших, и, конечно, порадуемся, что А я никто не знаю, кому надо сочувствовать. а. Владельцам товаров, страховщикам или Велберис. Это надо смотреть конкретную схему организации ответственности. Может быть, как раз владельцы товаров-то и не пострадали. Но понятно при этом, что чья-то собственность была уничтожена, поэтому кто-то проигравший точно найдется. Вот ему и посочувствуем, но владельцы это или нет, я бы так с уверенностью не сказал. Поскольку Валберес все-таки очень популярный маркетплейс в России. Но я тоже пользуюсь их услугами. Думаю, что поскольку это большая сетевая структура, разовое уничтожение даже не одного, а десятка терминалов ничего не изменит.